каждый из нас, все мы вместе, не выходит из Малхут мира бесконечности, находится в том же состоянии, то, что называется «я авая не менял». Первое распространение авая — это единственное распространение, и мы в нем находимся и чувствуем себя отделенными друг от друга. Каждый чувствует себя находящимся в каком-то мире, в какой-то реальности. И эта реальность таким образом рисуется нам в меру испорченности. Когда каждый из нас исправляет себя, он таким образом исправляет всех, потому что мы все в целом взаимосвязаны. И если я исправляю себя, что это значит, что я исправляю свою связь со всеми? И моя связь со всеми означает, что я должен исправить и всех, чтобы они находились в связи со мной. Мое присутствие в каждом я исправляю. Поэтому, если бы кто-то исправил себя полностью, он достиг бы истинной реальности мира бесконечности и раскрыл бы его. Тот, кто частично исправляет себя, раскрывает себя на какой-то ступени этой лестницы. И так мы должны видеть реальность, что существует только одна реальность, Малхут бесконечности, одна душа. Мы находимся в этой единой душе, и наше восприятие сейчас разбито, испорчено. Мы не видим полной картины, как в чувстве, так и в разуме, и себя, и мир также. И поэтому, чтобы вернуться к истинному состоянию, к истинному восприятию, мы должны сделать то, что называется объединение, создать единство. Нужно представить себе, что мы находимся в едином желании, в одном желании. Это трудно представить себе, невозможно этого сделать. Эти действия мы производим, первое, с помощью решимо, которое пробуждается в каждом, и тогда человек чувствует, насколько он не находится в истинном состоянии, потому что решимо — это рошим впечатление в отношении того состояния, которое он ощущает, восприятие реальности, и разница по отношению к следующей ступени 0-1, 1-2 по уровню авиюта, так выстроен эти решимо. И поэтому тот, кто находится в самом решимо, находится на уровнях неживой растительной или животной. Тот, кто ощущает решимо таким образом, что оно включает авиют и облачение, облачение уже с более высокой ступени, находится уже восприятие как бы двух ступеней, только высшая ступень еще не находится в восприятии, это только решимо облачение, то есть немного светит, но с более высокой ступени, и поэтому он чувствует себя в неприятном состоянии, в состоянии между ними, и ищет свое состояние истинное, и каждый раз находится в беспокойстве, но это тянет его как раз вперед, увлекает его вперед, и он находит группу, то есть окружение. И если он выстраивает его таким образом, что это окружение, в котором он реализует эту высшую ступень, тогда он видит в своем отношении с товарищами кли для достижения более высокой ступени каждый раз. И так он исправляет свою связь с окружением и с помощью этого поднимается. И постигает так каждый раз все больше и больше
общее исправление, и мир ему представляется все более связанным во всех своих частях, и так он достигает исправления.